вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Профессиональный праздник тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и просто любителей спорта. Отмечать его начали еще в 20-30-х годах 20 века. Именно тогда и появился лозунг «В здоровом теле здоровый дух». Официальный статус праздник получил только в 1980 году. Спорт и здоровый образ жизни с каждым годом становятся все популярнее. И мы решили узнать у саровчан, занимаются ли они спортом. Я занимаюсь футболом, потому что мне это интересно. В первую очередь. Во-вторых, мне просто нечем заняться. Я занимаюсь футболом, потому что мне нравится, интересно. Да, впрочем, просто интересно играть. Игра достаточно прикольная. Занимаюсь футболом, потому что мне это нравится. Я хожу в бассейн на те тренировки. Бассейн, на баскетбол. Я катаюсь на самокате, мне это очень нравится. Вместо того, чтобы сидеть как бы за компьютером. Я занимаюсь BMX фристайлом. Мне это нравится, потому что это полная свобода действий. Нет никаких тренеров, ты самоучка, можно сказать. Я занимаюсь BMX фристайлом. Мне нравится этот спорт, потому что когда я катаюсь, я получаю удовольствие и как бы кайф. Я занимаюсь катанием на трюковом велосипеде, BMX. Мне это нравится, ты развиваешься. Люди на это смотрят, мне нравится, потому что необычный вид спорта, редко где его встретишь. Я занимаюсь боксом, и мне нравится им заниматься, потому что я раньше смотрел фильмы про боксеров, и мне нравилось, как они двигаются, боксируют. Я занимаюсь художественной гимнастикой, и мне нравится заниматься, потому что она укрепляет кости, мышцы. Ты растягиваешь свое тело и просто получаешь от этого удовольствие. Ну, занималась баскетболом, но ушла, потому что команда распалась. Не было женского тренера и все. Я занимаюсь легкой атлетикой. Я прыгаю на батутах, мы разминаемся. Каждый день бегаем 7 кругов по дорожке. Разминаемся и делаем всякие разные трюки на батутах. Ну, еще мы будем выступать, и мы еще также на хореографии, мы ходим на черлидинг. Я занимаюсь хореографией, мы тянем растяжку, постоянно тренируемся, разминаемся, постоянно учим, разучиваем разные танцы и ездим на конкурсы разные, выступаем. Саровчане предпочитают разные виды спорта. Чаще всего это футбол, баскетбол, волейбол или бег. По словам горожан, самое главное, что спорт приносит им удовольствие и позволяет поддерживать себя в хорошей физической форме.